В минувшие выходные всех пап России поздравили с Днем Отца. И мытищинцы не стали исключением. Во Дворце культуры Яуза прошел душевный концерт «Папин день». Со сцены дети из творческих коллективов округа исполнили трогательные песни. Для зрителей выступили фольклорный ансамбль «Красное солнышко», вокальная студия «Созвездие» и другие. Они пели, танцевали и читали стихи.